Дорогие мои, приветствую вас на канале. И наше путешествие продолжается. Покидаем мы великолепный отель American Club, насладившись вкусным мороженым и кофе, интерьерами, отделкой. И покатаемся по этой так называемой деревне. Это деревня компании Kohler, которая занимается производством сантехники. И весь городок или деревня оформлена в особом стиле, за чем они следят. Заехали мы в продовольственный магазин здорового питания. Но это не здоровое, это какие-то настойки из сухофруктов. Добавляется какой-то спиртовой напиток. И полка со здоровым питанием. Майские арбузы. Майский картофель, очевидно, с Мексики. В ассортименте ягоды, грибы. И различный картофель и овощи. А здесь фрукты, ранее клубника, капуста, цукини из Калифорнии или из Мексики. Она практически круглый год здесь. Что поразило, так чисто и такой приятный запах. Нет никаких запаха испорченных продуктов. Ну и в ассортименте яблоки, груши всех цветов. Розовые, желтые, красные и зеленые. На вид очень-очень свежие. Да, верю. Даже в нашем регионе есть великолепные яблочные фермы. Для любителей спорта очень хорошие качественные напитки в ассортименте. Ну, сказать, что дешево, не скажу. В обычном магазине, супермаркете эти же продукты можно купить в два раза дешевле. Здесь готовые салаты, полки с мясными, сырными, молочными, это продуктами богатые очень. Бар, салат бар можно сделать себе и перекусить, если голодные, не хотите идти в кафе. А здесь готовые блюда, салаты, и курочка, и рыбка, и мясные уже готовые продукты. Великолепные сыры. Штат Висконсин славится сырами. Считается молочным штатом. Рыба, смотрите, копченая, и жареная, и свежая. Белая и красная. Ассортимент достаточно хороший для небольшого магазина и небольшой деревни. А мы уже во второй половине дня были. Здесь полочки немножко опустили, но ассортимент достаточно широко представлен. Свинина и говядина. Баранины не увидела, но рыба и птица есть. Прилавки с курочкой. Разные полуфабрикаты целиком. И не целиком. Здесь фарши. Я не рассматривала, какие. Ну, наверное, говядина, свинина. Баранина достаточно редко бывает. Раз молочный штат, то в ассортименте молоко и молочные продукты. Наверняка от коров, которых кормили травой. Разные йогурты, кефиры, сметана. Греческие йогурты с сахаром и без. Что-то мы ни на что не польстились. Просто же зашли посмотреть. Ну, раз молочный штат, смотрите, как хорошо оформлено такими марионетками, коровками пятнистыми. Оригинально. Я такого не видела. Очень мило. В
ходим, гуляем, смотрим сопутствующие товары. Ну, нагнали аппетиты, пообедать зашли. Наш любимый ресторанчик на берегу уже нашего озера Виннибаго. Заказали мимозу шампанское с апельсиновым соком. А теперь подают еще и горячий чай. Принесли в библиотеку чайную коробочки. Выбрала чай черный Гринфилд. И мимозу ждем заказ. Очень много людей, практически все столы заняты, но рвусь я на террасу. Здесь уже поставили столики, открыли зонтики, и на берег озера можно пообедать. Принесли нам заказ. Мне очень понравилась семга запеченная и выложенная на ризотто со шпинатом и грибами. Очень вкусно. То что, то макароны, то картошечку жареную, то курочку с вафельками. А к моей рыбке еще половину салата рисот взяли. Сок очень вкусный, зеленой фасоли. Перекусили, идем на берег. Какая красота, какой воздух. Я всегда говорю, воздух можно ложкой есть. Изумительные виды, просторы. И воздух очень чистый. Тепло, солнечно. И ветерок, легкий бриз с озера. А тут такие деревья. И на пикничок. И коньячок под шашлычок. Да, чувствуется дым. У гриля, значит, где-то еще жарят гриль в этом же кафе. Мест очень много и в верандах, и в крытых павильонах. Яркие желтые зонтики на фоне голубого неба и голубого озера. Великолепный отдых. Сюда можно приплывать на лодках, катамаранах, катерах. Там тоже еще, смотри. Ну, мы приехали на машине. Здесь можно посидеть, позагорать, подышать и полюбоваться на летающих чаек. Все с удовольствием прогуливаются тут по дорожке, прямо на этот мол. Озеро спокойное, настоящий штиль, вода прозрачная, но не очень, немножко пенки нанесло. Погода неустойчивая. День тепло, день холодно. То ветер, то дождь. Май капризный, как март. Выходной день. Все отдыхают семьями. Замечательно. Газончик что-то не очень, но, наверное, еще подрастет. Подсеет. Здесь идет реконструкция пляжа, потому что рядом частный дом. Они тоже очистили свой пляж. Какая красота. Дом у озера. Хотелось походить босиком, но не решилась снимать чулки. А вода манит. Скоро-скоро откроется пляжный сезон. Обожаю воду. А как вы? Какую воду вы любите? Бассейн, озеро, река или океан? Да, в океане, в соленой воде. Легче купаться. Сегодня нет стаи пеликанов. Где-то в другом месте кормятся. Речной песок такой, озерный песок такой крупный. Озеро ледникового периода. Образование. Хорошо отдохнули. Вкусно поели. Прогулялись. И продолжаем путешествие. Что еще можно посмотреть? Много исторических домов, в которых размещены галереи, выставки различные. Проходят различные мероприятия выходного дня. Встречи, пати. Насладиться воздухом, зеленью майской. Голубизной небо и фермерскими просторами.
старинные костелы. Центр студии компании «Колер». Здесь современная сантехника. Старинный деревянный дом. Здесь тоже галерея. Отличный ботанический сад. $12 стоит. Много интересных строений, которые можно посетить. И на берегу Дашибойга надо ехать. Там очень красивый отель, как белый корабль. А пока-пока!